День военно-морских сил отмечают в Украине. В Одессе во время торжественных мероприятий в состав ВМС включили 4 новых бронированных артиллерийских катера. В честь праздника всем желающим открыли доступ на борт военных кораблей. С Одесского морского вокзала репортаж наших корреспондентов. На празднование пришли семьи военных моряков. Муж Лилии Тарасовой служит в ВМС 14 лет. После аннексии Крыма семья, не задумываясь, покинула оккупированный полуостров и вместе с другими моряками переехала в Одессу. Он изначально был патриот, у него не было сомнений. Он присягал этой стране, и поэтому... В честь праздника министр обороны Украины Степан Полторак вручил морякам памятные медали и именное оружие, а также напомнил о трагических событиях в новейшей истории Украины. За время независимости Украины военно-морские силы проходили разные испытания. Но подлый удар в спину мы получили в феврале 2014 года, когда те, с которыми мы вместе несли службу, они называли нас друзьями, захватили Крым и начали агрессию в Донецке и Луганске. На торжественных мероприятиях в состав ВМС включили малые бронированные артиллерийские катера «Выжгород», «Лубны», «Кременчук» и «Никополь». Все они украинского производства. Мы не стоим на месте, мы трудимся, проектируем, строим. И я надеюсь, что в самое ближайшее время нами будут построены и переданы флоту корабли и катера, которые восполнят потери, которые есть сегодня, за счет того, что осталось в аннексированном Крыму. Новые корабли уже успели пройти испытания в Черном море. У нас дуже велика гордість. У нас очень большая гордость за то, что нам доверили технику, людей, и поэтому мы чувствуем ответственность, положенную на нас. В честь праздника одесситам и туристам города позволили посетить борт военных кораблей. Уже с утра на экскурсию выстраивались очереди. Завершится событие праздничной иллюминацией на кораблях и катерах ВМС. Всеволод Ананьев, Александр Ганзий, Одесса, UATV.